Добрый день, новые имена! Здравствуй, творческий союз «Газпром Трансгаз Томск». Мы снова вместе! Снова вместе, снова в Томске участники корпоративного фестиваля компании «Газпром Трансгаз Томск. Новые имена». В первый конкурсный день на одной сцене Иркутск и Омск, Юрга и Барабинск, Алдан и Хабаровск. За право получить путевку в финал будут бороться почти 100 человек. Я очень хотел бы сегодня поздравить наших участников с началом путешествия в прекрасное. Прекрасная музыка, прекрасные танцы. Это небольшое путешествие, которое покажет все обилие нашей Родины. Новые имена объявляются. Давайте вместе. 3, 4. Три конкурсных дня фестиваля с участниками проведут и известные деятели культуры и искусства России. Им предстоит оценить более 130 концертных номеров. Несмотря на все регалии и огромный опыт, сделать это будет непросто. Ведь на одной сцене настоящий калейдоскоп. Родители и дети, опытные артисты и начинающие коллективы. Нам песня «Строить и жить» помогает. В каждом, безусловно, есть талант. Любой человек, он не может быть не талантлив. Мы все сюда приходим, как говорится, на эту землю, рождаемся талантливыми. Потом всячески кто-то хочет это развивать, а кто-то нет. Взрослые и дети. Стало уже доброй традицией на фестивале «Новые имена» устраивать конкурс детских рисунков. И в этом году ребята постарались. В этом году стенды украсили почти 150 картин. Впервые свои работы на суд жюри выставили ребята из Нерюнгре, Алекаменска, Сковородино и даже Якутского Ленска. Конечно, замечательный детский взгляд, совершенно сумасшедшие цвета, сочетания. Все это, конечно, не может не радовать, не вдохновлять. Дети молодцы. Интересные рисунки, интересный подход у некоторых детей, интересное видение. Я вообще просто в восторге. Как выглядит родной край, северное сияние, юрта, в чем прелесть заката на реке, какая она вечерняя прогулка, или необычное домашнее животное – сова. Или вот эта картина. На ней сакральное действо – встреча и разговор Варфоломея с монахом. Еще раз убеждаешься, в детях живет космос. Они безграничны в своей фантазии, они уникальны в своем мироощущении. Иду по лесу я, и, кажется, не знаю, когда дорожка длинная, а кончится моя. Конкурсную программу фестиваля открыли самые маленькие его участники. И первая песня, кстати, про возраст. На сцене Влада Сидорова. Позже признается, страшно волновалась. Но ни одной фальшивой нотки, ни разу не дрогнул голос. Пела по-взрослому. У меня все было хорошо, и я спела лучше всех. Русские народные песни, опера, балет. С первых минут конкурсного дня участники фестиваля буквально обрушили на жюри весь свой запас мастерства. Но одно выступление заставило испытывать двоякие эмоции – искреннее удивление и страх. Совсем юная циркачка Настя Смолянинова виртуозно исполняла акробатические трюки на высоте. Было сложно поверить, что это ребенок. Но в какой-то момент малышка сорвалась с обруча. Зал замер. А через несколько секунд взорвался аплодисментами. Было чуть-чуть страшно, я переволновалась перед номером, и поэтому как-то не удержалась. Я вот сидел в этот момент, я поймался на мысли, думаю, как бы я своему ребенку, вот, я бы не смог, чтобы мой ребенок вот так вот там наверху, это так, хотя он у меня спортсмен, вот, но это, конечно, уже, это на грани. И, конечно, мой низкий поклон и уважение тем родителям, которые такие вещи доверяют своим детям и верят в них, а, соответственно, мы получаем то удовольствие, которое мы видим на этой сцене, это очень круто. Настя, ну ты же ногами заденешь и сюдаешься. В коридорах и гримерках с самого утра идут репетиции, и даже последние секунды перед выступлением артисты стараются провести с пользой. Ансамбль народного танца «Веснушки» готовится показать картинки Древней Руси. Задача без слов рассказать о быте предков, о техниках рукопашного боя непростая, но уровень исполнения достоин выхода в финал, настаивают танцоры. как работает, тот так и отдыхает, гласит известная пословица. Участники фестиваля вкалывают по полной, а потому трудяги заслужили время на то, чтобы расслабиться. Участники, представляющие Амурское и Александровское ЛПУ, совершили увлекательное путешествие в мир физики проекта X. Ребята нашли новую точку опоры и даже, как люди творческие, послушали музыку из любимых «Звездных войн» на катушке Тесла. Почему бы и нет? Веселыми получились внеочередные каникулы и полезными, говорят те, кто нашел пути выхода из зеркального лабиринта. Вот уж точно занимательная физика. Ребят, я нашла. Нет, я не нашла. Здесь много интересных иллюзий, физических явлений, но эта комната просто супер, в которой я не могу найти ни вход, ни выход. Мы не раз приезжаем, и Томск всегда нас удивляет чем-то новым, очень интересно. Начало фестивалю «Новые имена» положено. Первый конкурсный день позади, он получился насыщенным и жарким. Впереди знакомство с городом и друг другом, мастер-классы от жюри и, конечно, десятки новых выступлений. Но кто достоин финала, узнаем из следующих дневников.